Так, 26 мая 2024 год. Напоминание. Первое. Заговорили россияне о мире. Я по поводу всего того же эпицентра разбомбленного. То, что по центру С-300 россияне пустили по Харькову вчера. Напоминаю о том, что запомните это вообще на все времена вперед. Пока будет существовать Россия. Как только Россия, россияне говорят о мире, ну, то есть на каком-то высшем уровне руководителей, там типа Путина, да, то есть это будет готово к тому, что будет эскалация. То есть Россия говорит о деэскалации, она это подкрепляет эскалацией. Это всегда так. Ну, всегда. Они начинают активнее стрелять. Это касается любой точки Украины сейчас. Это касается любой точки фронта. То есть учитываем это. Второе. То, что мне девочка пишет, спасибо, вы предупреждали, ну типа мне, что уходить вглубь Харькова. Ребят, тут надо быть очень внимательным, потому что вот смотрите, 14 мая 2000 этого самого, ну этого года, 24-го, я написал на ютубе, называется так, поищите, наступление РФ в степени опасности для гражданских, ну и там еще Deep State, кодекс Бусидо, в общем, найдите это видео, там очень подробно я объяснил, я сейчас попробую на память пересказать, ну точно не повторю, наверное. Смотрите, в чем дело. От КАБов то, что вы вглубь Харькова уйдете, не поможет особо. Потому что КАБы бьют не на... То есть, там я говорил как, смотрите. Если 15, есть градации, самый опасный уровень, это там 7 километров, 3 километра от фронта, вы как гражданский находитесь. Это красный уровень, вам пора текать было уже давно. По Deep State смотрите. Если вы там 15 километрах от линии фронта, это до вас уже добивает ствольная артиллерия, это желтый уровень опасности. Если 20, то это до вас грады добивают. Это, ну, такой желто-зеленый уровень опасности. Это детская неожиданность. Уже опасно. Дальше уменьшается опасность в разы. Дальше до вас прилетает, по вам только прилетают только там шахеды какие-то залетные, крылатые ракеты. Вот сейчас КАБы добавили, что усугубила ситуация. То есть, когда я говорил там 14 мая о том, что сейчас КАБы, я уже тогда говорил про КАБы, что сейчас КАБы начинают, сейчас лучше уходить куда-то глубже в тыл. Но в тыл я имел в виду от КАБа, вы в Харькове в самом не спасетесь. Они на 40 километров бьют там, на 70, а Харьков от России 26 километров расстояние. КАБ может прилететь как по эпицентру у меня там на Героев Труда, так и по эпицентру на другом там возле Одесской, понимаете, на той стороне Харькова, на противоположной. То есть это не спасет вас, если вы от КАБов прячетесь. Давайте я еще раз, наверное, расскажу, вот очень приблизительно. Попробую пересказать, как там было 14-го. Смотрите, вы гражданские, вообще дупля не отбиваете там, что и как. Просто смотрите, сколько вы живете от фронта. Если от красной линии по Дипстейту, где красным захвачено уже россиянами в Украине, до вас, допустим, там 300 километров, до 1300 километров, то это до вас будут прилетать только шахидики и... Эти самые, и залетные крылатные ракеты, которые не туда падают там, и так далее. То есть на вашей условной улице там, Дружбы народов, да, как я брал в примере, на которой живет 20 тысяч условных граждан, за месяц этого активного наступления погибнут 1-2 человека. Потому что за это время до вас долетит там, ну, понятно, да? Я говорю о степенях вероятности гибели. Кто-то из этих 20 человек точно погибнет. Ну, ваша в этом случае смерть весьма маловероятна. Это ж понятно, да? То есть один из 20 тысяч, два из 20 тысяч. То есть, если ваш дом находится на расстоянии от 20 километров до фронта до 300, ну и там вот это вот считаем уже расстояние. То есть померили это, там на Дипстейте есть эта линеечка мерить расстояние. То есть 20, ваш дом в 25 километрах, в 40 километрах, в 150, в 300 километрах, то до вас уже долетает, помимо шахедов и залетных крылатых ракет, еще и баллистика, там С-300, вот эта, которая там на 300 километров бьет, шахеды вот уже долетают, да? Ну, то есть, находитесь ли вы в 40 километрах или в 100 километрах от фронта, это приблизительно, ну, одинаково, потому что вероятность долететь шахеду, крылатой ракете, баллистике и... этому КАБу, она примерно то же самое. Ну, то есть, не, КАБы до 70 пока бил. И потом, чем дальше вы от фронта, тем КАБ, то есть, 3000-килограммовый КАБ вы не сбросите на 70 километров. Понимаете, никакие крылышки, то вы к нему не приделаете. Ее крылышки будут больше, чем у самолета крылышки, который его несет. Ну, я так утрирую, конечно.
Потому что когда пугает, там, о, сейчас 3000-килограммовый, вот это там Шойгу, там на фоне этого снимался, уже Шойгу нету. Ладно, это самое. То есть тогда, если вы на этом расстоянии от 20 до 300 километров находитесь, если вы на этом расстоянии от 200 до 300 километров находитесь, ваш дом находится как у гражданского, то у вас уже из этой условной улицы Дружбы народов с 20-тысячным населением погибнет человек 20, уже там 30. Ну, тоже маленькая вероятность, но все равно уже увеличивается, да? Если ваш дом 15 километров, 20 километров, то 15, 16, 17, 18, 19, 20, это значит, до вас уже добивает артиллерия ствольная. Это уже, то есть, грады, реактивные грады РСЗО, реактивная система залпового огня, град. То есть, это уже сильно ухудшает ситуацию. Потому что это оружие массовое, дешевое относительно, то есть, оно там площадями накрывает как раз вот по городам, там вот это они лупят сейчас, как утырки. То есть, это резко ухудшает ситуацию. Теперь за этот месяц наступления, если вы не выезжаете с этой условной улицы Натальи Дружбы народов, 20 тысяч, вы там сидите все на попе ровно, то у вас погибнет уже 1500 народа от этих градов. Понятно? То есть там 20 человек погибших за месяц, тут 1500. Это, блин, серьезное увеличение вероятности. То есть уже каждый 20-й погибает на этой условной улице Дружбы народов. Дальше. Если вы находитесь, ваш дом находится там в Харькове где-то, если от 7 до 15 километров ваш находится дом от линии фронта, то это по вам уже попадает ствольная артиллерия. То есть вот у вас 8 километров от фронта, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. По вам уже теперь бьет и шахеды, и крылатые ракеты никуда не деваются, помните об этом. У вас кроме того и стволка, и у вас кроме того и реактивные системы залпового огня до вас добивают. И сейчас до вас еще и стволка добивает. Она еще более дешевая и массовая, чем грады РСЗО, град БМ-21, понимаете? Тут уже у вас будет 1005 за месяц погибших на этой условной улице там Дружбы народов, если вы никуда не выезжаете. А если от вашего сильно увеличивается, а если вы, ваш дом находится от места прилета, от этих самых, от места фронта, от линии фронта 3 километра и дальше, 7-15 километров, то тут у вас добивают минометы, и эта хрень, которая просто может круглосуточно вас обрабатывать, там где-то во враге себе сели и пукают, то есть они, если вы 7 месяцев, все эти 20 тысяч будут сидеть на этой условной улице Дружбы народов, которая в 3 километрах от фронта, за месяц от нее, блин, погибнут 1018 из 20, то есть практически все, понимаете? То есть учитывайте вот эту градацию, то есть сейчас, когда кабы до вас добрасывают, вы как раз находитесь в той зоне от 20 до 300 километров. Чтобы вам спастись от каба, вам не поможет вглубь Харькова выехать. Потому что, ну, он все равно попадает в эту зону 20-300 километров от линии фронта. Путано объясняю, да? Ну, блин, я стараюсь как могу. Я тоже там, как бы, ребята, что могу, то делаю. Пишет еще, что не русские не выйдут. На что вы надеетесь? А мы, ну, я, честно говоря, блин, только вначале было такое. У меня мать у меня русская, у меня родственников в Ставрополе много. Там, в начале, там, в феврале 22-го года, когда у нас на Циркунах первый же день, там, танки эти подожгли, сгорели, погибшие эти валялись, россияне из Крыма, которых, да, то есть, что оккупируют, сразу вперед, в первых рядах, блин, нафиг, мясом пускают на захват следующих территорий россияне. То есть, я созванивался с дядькой своим и говорил, что, ну, единственное, что говорю в этой ситуации, это там февраль 22 года, единственное, что хорошего в этой ситуации можно сказать, скажи бабушке, моя бабушка тогда жила была, она в прошлом году умерла, 93 года была. То есть, я говорю, единственное, скажи бабушке, что тут потери у вас такие, что этого скрыть не получится, и по-любому это быстро закончится, потому что люди в России узнают о больших потерях. На что мне дядька сказал, что, говорит, ты неправильно понимаешь, у нас тут россияне, когда узнают, что потери, они обозлятся и будут еще, а что это мой сын там погиб, давайте еще туда кинем кого-нибудь. И мой дядька оказался прав, а я не прав. Но это ровно как Залужный ошибался, да, вот же тоже говорил, я думал, при потерях 50 тысяч россияне остановятся, блин, там, ну, о чем-то подумают. Сейчас 500, вот вчера было 500 тысяч потери безвозвратные, это трупаки уже, и эти самые, ну, покалеченные. И ничего, и вперед прут, блин, нафиг все нормально. Так я уже давно говорю, у меня на видео это есть. Я не говорю уходить, я говорю, ребята, все, кто с России, там, я не знаю, со всего мира, там, негры вот сейчас вот эти вот ездят, там, с Кубы, там, откуда-то, с Эфиопии, я не знаю, с Эритреи, не принципиально. Все, кто считает Украину частью русского мира, это самое лучшее сейчас время прийти сюда и здесь, блин, превратиться в чернозем, понимаете? Мы хотим, чтобы мы вообще, наше поколение, чтобы мои сыновья этим не занимались, понимаете? Я в 14 году писал, я воюю за Украину на Донбассе, чтобы мои сыновья не воевали за Россию в Азербайджане, Молдове, Грузии. Ну, кстати, Азербайджан уже разобрался со своими
проблемами, и мы, украинцы, разберемся. Просто не хочется это переносить на потом. Так что приезжайте. Я сейчас, вот этот самый верстка, да, Невзоров на нее сослался, я полез, посмотрел, елки-палки, а там такая красота. В 18 году Россия подает, ну, Росхоз, там что-то такое, ну, чисто официальное, как это, сайт, подает заявки на инвалидные кресла, на инвалидные коляски, на инвалидные, на протезы нижних конечностей. 300 тысяч заявок за год подал. А в этом году, в 23-м прошлом, 466 тысяч подал заявок. Понимаете, сколько мы уже любители русского мира перехренячили, блин, нафиг, на кресло-качалки посадили, на кресло. Понятно, о чем я говорю? Посмотрите на то же, то есть там же на верстке написано, сколько было подано заявок в среднестатистический год на инвалидность. Там 1,6 миллиона в 22-м году. В следующем году, блин, 2,6. То есть сразу на миллион больше. Даже там уже верхние конечности пошли, контуженные, блин. Понимаете? Блин, нормально все, ребята. Ну, вы хоть и большие там россияне, там 150 миллионов у вас, но Россия не бесконечная. Мы с этим справимся. А с такими работами, как атакамсы, понимаете, чем оно хорошо? Оно накрывает 8 площадей свободы одним кассетой. Так что нам сейчас важно получить это. Совершенно не важно, сколько таких, как я, буду тут под работой в блиндажах сидеть. Там наберут нам. Нам мобилизация не настолько важна, народ, украинцам. Нам важно, чтобы сюда пришли F-16, чтобы сюда больше атакамсов пришло. И чтобы одной кассетой, ну, я один сижу в блиндаже, и нас 10 сидит, блин, даже это пофигу, блин, когда работают кассеты, когда работают F-16. Понятно? А там в России уже пошло, вот это арестовали Попов, Спартак Попов. То есть у Спартака были восставшие рабы, а тут у нас Спартак Попов, Попадей. Все будет нормально, все будет Украина. Затянул, но ничего страшного.